А как он? Он сразу попер, да? Да. Он сразу попер. Он еще даже отсюда. Он еще с майна не ушел. Оп, мимо. Есть. Взял? Чисто, Марк, что стоит? Вон он стоял, вон ты. Давай, пойди тупи. Все, ушел весь. Вот, первая поимочка уже есть. Вот так. Кто успел, того и тапки. Кто не понял, отзыв написал на Русфишинге. Это вопросы к администрации, не ко мне, ребят. Здесь выпустили. Там, там, там и по центру. Ну да, я могу. 4 точки. 10. Центр будет самый последний. А куда, где, куда идти? Центр куда дальше? Вот, смотри, в Калами все, есть, готов. Подожди, подожди. Там как будто... Да. Один. Ой, давай, ждем. Тебя весь мир смотрит. За хвост бери ее. Второй? Да. Красавчик. С почином. Два сразу взял? Да. Два сразу взял. Знаешь, вот смотри, вот он сидит, видишь, как у него удочки? Прям под ногами. А у тебя далеко. И то есть, когда он проходит загиб, ты не успеваешь до удочки. Он уже проходит. Ты сечешь, а он уже прошел. Мне понял? Говорили, что что-то смонтировали. Давай, 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 давай. Да что ты все ж поломал? Ух, нифига ты его выдернул. Аж удочка в клочья. Как он прошелся, видел, да? Ну, как пианино, да. Вообще капец. Да. Поехали быстрее, я тоже ловить хочу. О! О, еще один сидит, смотри у тебя. Ля-ля-ля, второй, к ряду. Да быстрее, быстрее. Вон, третий. Где? Да нет, нет, нет. Вот это... Да стой, не, загиб. Да он ушел. Ушел? Да он сидит. Или он за лед зацепился? Сидит. Ну что это? Вон другие уходят. Давай, давай. Ну чё ты? Бусинка есть? Нет. Нахуй кидай его обратно. Все, достал? Да. Все. А говоришь, не помогаю. Ты счастлив? Я сранец. Вот так. Почему ты ездишь? Рыбу ловится. Вот так. Подряд. Взял? Леха, правая, правая уходит. Блин, помордал. Вот Лех. Есть? Удочки пиздец, да? Ты достал, Кирюх? Да, вон он, кстати, блядь. Нет, сейчас нет. Сейчас сумочка, разъебаюсь. Попрошался, смотри. О, еще сидит. Без хвоста, да? Попался. Без хвоста? Ну, кончик, да, хвоста где-то потерял. Перышку эту саму. Вот ему центр открыл, все. Лех, Лех! Красавчик. Че бы ты без меня делал? Ушел? На другую не сел? Лех. Лех, там подряд они идут, так, ну балалайки, вот ёлки. Есть? Опять есть? Ха-ха-хай, бля. О, Леха, красавчик. Ты заебал, бля, нам запить кучу быстрее. Сглазили. Нет, прокатил.
пенсионер жить будет в этот раз, блядь. Ядри, Диман, ты что творишь, ты ёма? А, нормально, Серег, дела. А ты лег, левый. Слышь, все, всю батарею, слышишь, расстрелял, ну просто. Чё нахуй? Я говорю, я вот одного, блядь, спокойно нахуй. Теперь даже, блядь, распутку слышу. Смотри, что тут за жесть. Смотри, покажи, Лех. Покажи, что там за жесть все. Тут вообще жесть. Смотри, Леха. Есть, давай, бобор. Тащи, тащи. Это та же, та же. Не дергай, не дергай. Ну тащите без багра, блядь. Да куда? Смотри, как он сопротивляется, Дима. Он твою дергает. А как я тебе, блядь? А че, он же живой. Ёпти. Как, блядь? У тебя тут все в багре, блядь, в леске, нахуй. Тут все, вообще просто им все. Их просто можно выкинуть отсюда, да? Нет, тут ничего уже не распутаешь, тут все. Лёха, отстань. Не отстань, блядь, запомни, я палатку ставил себе. Что делать? Вон он. Да лезь рукой. Да он сейчас сойдет. Да не сойдет. Держи его. Идет, 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 Лех. Не отпускай, держи. Я сейчас достану, держи. Куда ты достанешь там 50 сантиметров лед? Раз, два, три. Четвертую тянут, посходили еще. Где кто есть? Леха. Пальчики я поставьте слышу, вверх им. Ушел, Лех. Ушел? Да. Лех, тебе напарника пишут надо, чтобы патроны подавал. Все. Красавцы такие, вообще не могу. Смотрите, что тут. Все, батарея расстреляна полностью. Все, мы проиграли. Трех, да, получается? Трех пока только. И сколько? Три сошло, да, еще? Четыре? Да дохуя, сор. О, Леха! Он здесь, блядь! Тихо, уперся в лед. Лех, ты его, вот он, блядь, бери рукой лучше. Ты его багром сносишь. Да он, видишь, хвостом. Перчатки поэтому надо одевать. Мужички. Стой, стой, стой. Он уперся во что-то. Чего у тебя за бобор-то? Есть? Есть! Покажи, Кирюх. Блядь, подожди, Диман. Попрак, подожди, блядь. Покажи. Бля. Вот он. Два с половиной где-то. Ваня! Блядь, взял? Быстрее обратно все запиздить. Там пацаны вообще долбят, они все удочки отстреляли. А? Там лес кто стоит? Есть. Есть, смотри, как зашел, опять есть, короче. У тебя багор есть? Все там нормально, вышел. Красава. Дальше. Ёбан. Красота. Лёха, они пьют лунку, блядь, не влазят нахуй. Это он головой вниз был. Они петушились. А этот зарот, зарот? Смотри, зарот, видите, губа. Да, да. Зарот. Ё-моё. Ты же по удочкам ходишь, Лёха, в сторону их отпиливает. Не, ну не, Ваня в палатке. Запуск, Ваня вот тут сидит, вот. Слышь, вот он. Ваня тут. Я, блядь, ну это, Дима! О, о! Да хрен такие запуски. Нахуй, запуски. Когда и ловить не успеваешь. Опять не угодил, Дим, это ёб... Пора уволить его. Готов, на, Кирюх, а ты на сестра ездил вообще, Кирюх? Ездил. Давно? Сюда в Юсупово ездил перед Новым годом. Ловил. А, именно по льду, а я что-то по льду тебя не помню, короче.
Да? А я думал, что он ни разу на льду не был, пассистр. Не, летом знаю, ездит. Перед Новым годом. Смотри, не лег сразу, да, пошел весь. Ты видел, как он сопротивляется ломке? Тот клюков поднимался, а это вообще... Ну, клюкуха, да, у него, Лех пианист. Лех пианист пишет. Огонь. Ольга С тебе пишет. Ну, два точно. Какой два, блядь? Это ты два. Это ты два, я, блядь, два. Ну, а нафиг ты упускаешь-то? Ну, извини. Сколько взяли, Лех? Пять. Пять. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять. Все, у меня все стоит. Не бьете отца, блядь. Сколько ты поймал? А, хуй, не скажу. Погоди, как тебе зайти? С этой стороны вижу. Оп, уф. Три, четвертый там. Помочь? О, вот он, есть. Почти за рот. Да. Красавчик. Юсупова рули. Вот такие ребята уловы, кто не поехал. Да, пускай теперь слюни пускают, кто дома сидит. Или кто сидит на других водоемах. А вот тем более, кто других водоемах. И ждет запуск с машины. Вон там ребятки тоже тащит. Еще взял, да? Первый майн это где? Где первая? Какая майн? Где начали зарыблять? А там пишут, покажи мужа. У первой майны. Че там? А багра нет ни у кого? Дать багорте? Да, он руки сейчас отморозится. Держи багор. Че там, погоди. Да он этот вперед. Давай, я тебе помогу. Ты держи его за леску. Давай, багор. Ты за леску держи, а я аккуратненько его цапну. Фонарь. Ушел, что ли? Да вот, я перевернул. Багор держится, да, за леску? Блядь, запутал. Погоди. Рукой возьми, что ли? Нет, ты багор. Тихо. Блять, срываюсь. Вот он. Спасибо тебе большое. Да не, что. Мужику спасибо за багор. Ребят, спасибо за багор. Держи. Багор надо обязательно. И лунки пропиливай. Не будешь так мучиться. Вон два. Наверное, нет. Но он еще не гуляет. Нет, конечно. Он еще не встал. Мне так кажется. Влад! Взял? Сколько? Красавец. Красавец, говорю. Можно к тебе?
Вот они, звери наши сидят. Смотрите, какие. Да, я же стрим снимаю. Я так и веду стрим ему. Пальцы вверх. Ребята, давайте. Красава. Где бусинка? Да я вижу. Есть? Вот она. Что там у нас? Ключик. Ваня! А ключик это что? А это последний в баке, да, ключ был? А последний бак где был? На центре, а поймали аж вон там уже. И что, ключ? 12-часовая путевка. Да? Я думал, вообще... Вот человек. Кстати, он уже не первый раз выигрывает. Сначала я благодаря Ивану выиграл суточную путевку. Суточную, да. Да, да, розыгрыш у нас в ВКонтакте шел, да? Да, да, да. Когда еще не поверили, что это реальный человек. Вот он. Могут посмотреть на эту реальность. Иван, еще одного взяли сейчас. Красавы. Ваня. Как дела? А, ну, бля, знакомо. Но он еще не пошел, Вань. У кого что пищит? Влад, не ругайся, Влад. Я вообще молчу. А это не ты был? Иди, такой, бля, ушел, походу. Мимо? Как на пианино, да, ходит? О! Он носится, как горелый. Да, я в курсе. Я же говорил. Прям вставай вот так. Только это, аккуратнее, об лед. А то в лед воткнешь и это, оборвешься. Эти мухоморы, смотрите, сколько уже. Сколько у вас? 6? Больше 5 на одного. 5 на одного. Я видел, я заходил же к нему. Я помогал ему там. Ванька расстроился что-то. Вот сенсей. Вот сенсей сидит. Кому я расстроен? Мне самое главное, чтобы он топ сзади сработал. Вот, Миша, интересно, посмотри. Самоподсекайки? Да. Но он, я думаю, наткнется по-любому сегодня за ночь, ну, на них. Блин, один раз просек, один раз это чисто случайно. Два это будет уже совпадение. А если три на них садомет, тогда они точно работают. Три перчатки забери. Я дарю тебе. Кого? Мокрые перчатки подарить тебе? Сухие я бы сам бы не отказался бы сейчас. Не, у нас хороший интернет, вот. Стрим же идет с МТС. С сети. Поймал еще кто? Кто поймал? Много? Одного взяли? Хорошо. Смотри. Ребята, три тут. Поймаю, вот. Ребята, ставьте пальцы, пальцы ставьте вверх, ставьте. Помогите нам. Поставьте пальцы вверх. Что-то я по одному и тому же кругу, короче, хожу. Надо куда-нибудь сходить еще. Что, взял кто-нибудь? Сколько ты взял? Ну, есть. Ну, сколько? Один. Он два, ты один? Нет. Нет. Тарам-чарам. Ха-ха, еха, бля. Народу 37 человек. Вот, вот палатки. Вот, вот, вот. Вот, вот. И все.